семья Лютиковых – спортивная семья. Летом играют в пляжный волейбол, зимой болеют за биатлонистов. В этом году трехлетний сын Михаил захотел научиться кататься на коньках. Бредит хоккеем. Уже 100 раз пересмотрел фильм про Валерия Харламова «Легенда 17», рассказывает мама Виктория. Мальчуган мечтает играть в сборной страны, как и его кумир. Так вот он... Валера, давай, тебе не больно, Харламов? И сегодня, придя на лед, он искал номер 17, искал того Валеру Харламова. Надеемся, что в будущем он повторит его судьбу. На льду парка дружбы можно стать и хоккеистом, и фигуристом. Сотни жителей советского района уже протестировали каток размером с половину футбольного поля. Чтобы лед был гладким и ровным, сотрудники парков Самара его ежедневно чистят и заливают. Для тех, кто устал заниматься физкультурой, предусмотрены места отдыха. Скамейки на улице, теплые раздевалки. Работает прокат и заточка коньков. В кафе горячий чай и выпечка. И все по доступным ценам. Этот пункт проката, чем он знаменателен, то что его площадь в 4 раза больше, чем предыдущий. Соответственно, пропускная способность вырастает, сокращаются очереди, настроение населения повышается, меньше жалоб, меньше капризов, больше удовольствия. Что касается вообще ценовой политики, то по сравнению с прошлым годом ни стоимость проката не изменилась, ни ценовая политика как раз в пунктах общепита. Я думаю, это правильно, и это будет приятно всем посетителям наших катков. Работают катки во всех городских парках каждый день. С 10 утра вход свободный. Можно найти другие занятия по душе. Например, в парке Гагарина работает колесо обозрения с теплыми кабинками. Русские горки, катание на лошадях и скоморохи. Традиционные новогодние развлечения подготовили для самарцев во всех районах города. Наша цель – это создать праздничное, отличное настроение для наших жителей. Поэтому большие мероприятия, они размещены все в социальных сетях. У нас на сайте жители могут зайти, ознакомиться и принять участие абсолютно в каждом празднике. Заработал зимний аттракцион также и в парке Победы. В выходные откроется мегакаток в парке Гагарина. Всех посетителей ждет развлекательная программа с призами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Начало в 5 вечера. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.